Для воспитанников и педагогов детской школы искусств выступление перед зрителями – привычная часть творческой жизни. Но в этот вечер дети и взрослые выходили на сцену с особым чувством. Школьный концерт стал частью общегородского благотворительного марафона, цель которого – помочь собрать средства для лечения тяжело больной маленькой зареченки Евы Блащиненко. Весь город наш объединил эту цель, и мы тоже хотим внести свой вклад, чтобы Ева была здорова, и как и другие дети нашего города. И мы должны наших детей приучать тому, что надо уметь делиться, да, уметь помогать друг другу, быть добрыми. И, конечно, учреждение культуры, школы искусств в первую очередь ставит перед собой воспитательные задачи, воспитание доброго человека, да, у которого открытая душа, который готов прийти на помощь и нести в мир прекрасное. С открытой душой на помощь малышке Еве пришли и педагоги, и ученики. Концерт собрал лучшие творческие силы школы искусств и получился удивительно красивым и трогательным. Для благотворительного выступления участники концерта подготовили особенно проникновенные номера. Наряду с классикой со сцены звучали и фольклорные мелодии. Мы хотим донести как бы до всех свое творчество, понимаете, что семья – это самое главное, это самое основное, самое дорогое, что есть в нашей жизни. И, конечно же, мы хотели помочь маленькой девочке, Евочке, пусть она растет здоровенькая, мы ей передаем огромный-огромный привет от нас, от всех. Девочка, здоровья тебе, моя дорогая, счастья и родителям сил и терпения. На сцену вышли и совсем маленькие артисты. Самому юному участнику благотворительного концерта недавно исполнился год. Ребенок у нас практически такой же, как Ева, я имею в виду по возрасту. Вот. И, конечно, когда случилась такая беда, на самом деле в соцсетях, вот, когда появилась вот эта активность, и я смотрела, я тоже поучаствовала, конечно, и очень здорово, что все подключились, что у нас, мне кажется, весь город, наверное, нет ни одного человека, кто не слышал бы об этой ситуации, не знал бы об этой ситуации, вот, и кто хотел бы как-то помочь. Ну, мы вот хоть как-то внесли свой маленький вклад. Свой вклад в доброе дело смогли внести все, кто пришел в этот вечер в детскую школу искусств. Кроме концерта, совместно с объединением многодетных семей Заречного «Мамы» была организована благотворительная ярмарка. Общая сумма пожертвований составила 15 тысяч рублей. В целом же коллектив детской школы искусств собрал в пользу Евы Блащиненко 29 тысяч рублей. Кроме концерта на сцене ДШИ, в молодежно-досуговом центре «Ровесник» состоялось благотворительное выступление учащихся циркового отделения. Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».